Приветус, это я, Владус Мармеладус, и сегодня, ребята, у нас с Кубиком будет офигенная битва сфер из лакиблоков. В общем, алмазный лакиблок против золотой лакиблок, погнали. Ну что, Кубик, ты готов биться? Ну привет, конечно же, готов тебя разгадывать. Все, давай, ребята, перед тем, как мы начнем, поставьте лайк на это видео. Я жду, пока вы все зарядите свои лайкосики и подпишитесь на мой канал, на канал Кубика. Давайте прямо сейчас сделайте это, чтобы потом не забыть. Ребята, у нас будет ровно 10 минут, чтобы поломать лакиблоки. Нужно сломать как можно больше, успеть, чтобы потом выиграть в ПВП. Ну что, ребята, погнали! На счет 3 время пошло. 1, 2, 3. 10 минут у нас есть, Кубик. О, ну, ты уже фига, начал! Я прям сразу же сходу выпал. Давай, давай. Прикинь, нифига себе. О, слушай, а у меня нифига нет. Зато не надо платформу строить, знаешь, как выживание на одном лакиблоке, мы постоянно хотим делать платформу. О, алмазики выпали, хорошо. Да, но кстати, они очень хорошо, то, что сразу все есть, все готовенько. О, Galaxy Gas. Какая-то большая платформа, но лакиблока больше не будет. Стоп. О, блин, я сейчас думал, летать смогу, но кажется, нет. О, неудачная поушен. Поушен, иди отсюда, мне это не надо. Иди нафиг отсюда, зомбарь, блин, страшный. Блин. Кубик, мне выпали дополнительные лакиблоки, но обычные, и по правилам их ломать нельзя. Если выпадают лакиблоки, то можно ломать только... О-о-о-о, Кубик! Подожди, я не понял, можно ломать другие лакиблоки или нет? Другие лакиблоки нельзя ломать. Ой, я смотрю, ты долго восстанавливаешься, тут тебя... Слушай, я тебе помогу, у меня просто гемот нагрудник, и я на твоей сфере сейчас. Могу... Давай, я, в принципе, не против. Могу, умею, практикую. Ой, а что у тебя там ведьма заспавнилась? Все, я иду на свой, значит, остров. Так, а гемот мне не нужен, а то это нечестно немножечко, поэтому мы его выключим с вами аккуратненько. И продолжим. Во, Кубик, смотри, какой у меня меч. А, он не очень большой. Я думал, что он будет большой и хотел тебе показать. Но а он, у меня есть большой меч. Ого, у меня полсферы сломалась с постройкой этой огромной. Ну тут, блин, я про это и говорил, это вообще капец такое. Но я думаю, тут лакиблоков все равно хватит. Тут, Кубик, у меня ютуберские лакиблоки, их я ломать не буду, правильно? А, правильно, потому что это чужие лакиблоки, их ломать нельзя. Ой, нифига себе, а как выбраться? Можно? А, точно, смотрите, чуть-чуть можно. Ну, у меня же есть такая возможность, в принципе. И чтобы не подыхать лишний раз в ловушке, я сделаю так, все. Владус, погоди, а как так? Я только что снял броню. А? А у меня все равно есть невидимка. Я не знаю, Кубик. Ой. Офигеть, а, ну ладно. А почему вода не течет? А, она замерзла, что? Сразу же, это как такое? Чего? Опа, я вообще ничего не понял сейчас. О, наконец-то броня у меня выпадает потихонечку. Палладиум лук, эй, не стреляй. Это не я, тебе показалось. Я ж тебя вижу, ты сказал, что у тебя невидимка, я вижу, что невидимый... Крипер! О, не взорвался. Я вижу, что какая-то невидимка в меня хотела стрельнуть. Да опять, что ли, эта постройка? Ёлы-палы. Ой, она мне еще тут кое-что поломала. Сейчас мы заделаем. Что поломала? Блин, Криперюга, иди нафиг отсюда. Она мне поломала полсферы, блин. Я хочу посмотреть, что потом от наших сфер в принципе останется. Короче, мне выпали дополнительные лакиблоки моего вида. Это значит, что все хорошо. О, зелька полета! Вот это да! И я, короче, забрал самые удачные. Вообще-то летать нельзя, Владус. Так, сейчас мы удачные поломаем лакиблоки. А что это нельзя? Не понял. А, ну просто нельзя, такое правило, правило такое. Кто сказал, кто сказал, я не понимаю тебя. Я придумал, говорю. Galaxy Boom! Все, сейчас Кубику вообще не поздоровится. Надо протестировать платформа. Зачем? Зачем это мне? Ты что, офигел? Ой, кто сделал цветок, кто выключил свет? Кто выключил свет? Я не понял. Все, я его уже включил. Все, молодец, молодец. О, еще одна бомба. Все, одну точно мы сейчас выкинем в Кубика. Так, у меня тут какие-то снеговики бегают. Ну-ка, пошли нафиг отсюда вообще. Все пошли нафиг отсюда. Только не динамит. Хорошо, не динамит, картошка. Ну, хорошо, зато не динамит. Это самое главное. Кубик, я к тебе бегу. Сейчас я до тебя достану. Так, выпьем. А можно, пожалуйста, не надо? А можно надо, выпьем зельку полета, и сейчас мы летим в Кубику. Лови, Кубик. Бэ-бэмс. Эй, ты достал меня уже. Дэнс. Ой, еще тинти осталось. Ой. Так, подожди, сейчас я все лишнее выкину и пойду тебя валить, потому что ты меня достал. Эй, не надо валить, мы вообще-то до ПВП не деремся, Кубик. А, да, точно, я совсем про это забыл. Да. Все, смотри, у меня есть лук, и, кстати, он стреляет без стрел. И очень быстро, как и твой. Ну, как это без стрел? У меня такого лука нет, ты офигел, что ли? В смысле, а ты же меня как-то стрелял, это что, со стрелами? Так у меня стрела-то есть. А, ну тогда. Блин, а почему я по тебе не попадаю? Я, конечно, тебя вижу, но попасть не могу. Да, потому что ты косой. О, попал. Эй, остань, остань, да, лови, все, ладно, не будем ПВП-ся. Я просто вглубь острова, я пошел, все. Все, можешь не ныкаться. А, ты прям вглубь хочешь прокопаться. Ну, слушай, Кубик, это тебе... Ага, динамит, блин, крипер, точнее, перепутал. Что это за ножнички такие классные? Острота 5, эффективность... Че, эффективность 20? Зачем эти ножницы мне нужны? Я тоже не знаю, Владус. Надо все повыкидывать, лаки пошли. Динамиты, блин, Владус, бабам. А, так лаки-блоки у тебя все равно не сломаются, можешь не переживать. Я знаю, поэтому я радуюсь, поэтому я не плачу. Ой, опять темно. Повезло. Я думал, сейчас динамит будет. О, сейчас.
Нет, вот сейчас был динамит. Чё? Ну что, ребята, мы продолжаем ломать локи-блоки. Я думаю, что сейчас все будет хорошо. В общем-то... Блин, у меня капец, я попал какой-то сундук, вообще нифига непонятный. А мне выпадает все одно и то же. У меня это уже есть. О, наконец-то, шлем какой-то классный. Почему опять? Почему это часто выпадает? Это ты ее делаешь всегда, да? Нет, нет, ты чё, чтобы я... ты чё, с ума сошел? Так, все вот это выкидываем. Да нет, ну 100% это ты, я в этом уверен, на миллиард процентов. Ой, надо было один гемот на грудник поставить. Иди отсюда нафиг, чувак. На всякий случай, чё-то я переборщил, все выкинул. Так, давайте тоже прокопаемся вглубь, как это сделал Купик. Главное, чтобы нас не застроила постройка какой-нибудь. И сейчас мы все вещи... Подожди, Владус, у меня тут немного есть проблема, меня убивают всякие чуваки, блин, слизните, я уже устал с ними сражаться. Выкинем, выкинем. Ну, Купик, ооо, чувак. Во-первых, мне выпал самый топовый нагрудник. Во-вторых, мне выпал самый топовый меч. На 1-0-0-0-0-0-0-0-1-5-0-0-4-7. Какие-то там много еще цифр урона. Ну ты дурак, что ли? Давай ты его сразу же выкинешь, потому что... А если у них у нас из-за него Майнкрафт залагает? Нет, нет, нет. Ни разу не лагал, Купики, сейчас тоже не залагает. Ну смотри, если залагает, то ты просто... То ты просто, ну... Ну-ка, подожди. Так, надеюсь, там не ТНТ выпало. И вроде нет. О, зато у меня есть тоннель, если что, можно выпрыгнуть отсюда. Визор, визор, дай я его убью, дай его убью, дай его убью, Купик. А где визор? А я уже убил. Ты офигел, что ли? Тогда я тебя убью. Эй, так он же не работает, ладно. Попал, убил, убил, прости, прости. Ладно, тебе кранты, иди сюда. Я не знал, не хотел, Все, 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 все. Я в тоннель свой. Так, у нас времени остается. Случайно локи-блок сломал. Ладно, у меня где-то тут был топовый блок. Обсидиан? Что тут делать, обсидиан? Я не понял сейчас вообще приколы. Так, у меня еще такой меч. Еще такой меч топовый выпал. Так, ну сейчас мы поломаем и выберем самый лучший лут. О, черт, а, у меня есть полет. Я могу взлететь. Это хорошо. Ладно, сколько у нас осталось времени? Скажи-ка мне, пожалуйста. Не, не сегодня, не сегодня, наковальни. Времени осталось у нас где-то минутки три. Да, три минутки осталось, Купик. Вообще. Ага, я тебя понял, окей. Вообще капец. Вообще капец, я бы сказал. Такс. Все вот это повыкидываем дело, да? Все вот это тоже картошки мне, яйцо дракона, 64 штуки, ну вот, вообще не сдались. И я хочу, ну в принципе, у меня броня вся уже собрана. У меня просто столько уже лута выпало, столько лута, это просто капец. Вот, да, столько лута, но у меня нет до сих пор ботиночек. Блин, ребят, простите, я случайно сломал этот блоки-блок. Что это, почему их так много? Нифига, сколько криперов заспавнилось. Ой, колодец. Так, сейчас мы в него сами наступим. И не ТНТ, хорошо. Блин, а я же могу от ТНТ, если что, улетать. Гениально. Главное, чтобы полет у меня работал. А я не знаю, сколько он еще будет работать. Потому что у меня... Ты такой хитрый, конечно, что придумал. Да, вот такой вот я. У меня настолько много эффектов, что я не вижу, насколько они времени. Купик, у тебя вообще взрывается. Я вижу краем глаза. Меня убило динамитом. Бывает. О, метеор. Да, бывает, бывает, бывает. Сейчас мы в Купика запульнем. А ну-ка. Что ты сказал? На! Эй, блин, ладно, прости. Ладно, супья, все, Купик, луки, иди сюда, ты так мало локи-блоков сломал, вообще просто жесть, у тебя там вообще не сломано практически ничего. Кубик, не стреляй, я тебе говорю. Почему? Не стреляй, потому что я тоже буду стрелять. Тогда не надо. Эй, вода замерзла, подожди, я хочу испытать немножечко эту бомбу. Смотри, Кубик, быстрей. Куда? Вообще высоко. Ты что, куда взлетел? Ты уже вот ракета распалилась. Это хорошо, что я бессмертный. Стоп, я же бессмертный. Штанишки? А почему ты бессмертный? Нагрудник, нагрудник. Но он мне уже не нужен, потому что он уже есть. Так, давайте. О, кирка, быстрее ломаем. Столько лута вообще, я не знаю, что мне нужно, что не нужно. Это просто... Я думал, быстро буду ломать локи-блоки. Да, я их начал ломать быстро, только они мне начали выпадать. Это немножечко не то, что я хотел. Так, Кубик, времени остается минута. Давай быстрее налутайся как можно больше, прям максимально, потому что времени прям вообще в обрез. Я помню, что просто осталось вообще очень мало времени. Столько лута ненужного, сейчас это все повыкидывал, а уж лаки поушен, не знаю. Блин, я стрелу случайно выкинул, я нубасина. Да я знаю, что ты нубасина. Вау, лава. Да когда меня даже вообще не коцает. Я правда горю сейчас и не очень удобно. Что мне выпадает, я сейчас не вижу. И что-то все одно и то же, все одно и то же. Где штанишки, я хочу выбить. Да блин, почему я сейчас трачу свое время, чтобы сражаться с этими слизнями, ё-моё, сколько их много! Я попробую улететь на другую сторону сферы, потому что здесь я вообще еще ее не трогал, и здесь тоже выпадает одно и то же. Да что ж ты будешь делать? Мне... А, это шлем. Так, а что у тебя будет другого выпадать? Блок же тоже сам остался. Ну, блин, я просто шлем, ой, точнее, трусики хочу выбить, хорошие, а у меня их нет все еще. А зачем тебе они нужны? Ну как, чтобы быть максимально бессмертным в ПВП, чувак. А, все, стой, понятно, окей, ну ладно. Сюрикен и... О, все, Купик, вот сейчас я прям доволен. Это что такое? А там время-то, Владус, еще не можно хотя бы?
Вообще, теперь супер быстро можно лаки-блоки ломать. Вообще, просто с одного удара. Оп, наковальни. Ладно, сколько осталось времени? А, времени осталось где-то 5 секунд, кубик. 5 секунд, грызочек какой-то получился, но в принципе тоже нормально. В общем, ребята, сейчас мы сделаем платформу для PvP и начнем с кубиком PvP-шиться. Ну что, ребята, арена для PvP вот у нас вот такая из сфер, и сейчас мы с кубиком проверим, кто же все-таки сильнее оказался. Ну что, кубик, погнали сразу же. Ага, сейчас какое яблочко? Ой, а я тебя убить не могу. Хорошо. Погоди, стой. Так у меня жизни-то даже и нету, что? В смысле нету жизни, не понял? У меня нет сердечек, я тебе честно говорю. А ты меня вообще-то можешь убить? Подожди-ка, мне нужно съесть что-нибудь хорошенькое. Подожди, тратятся сердечки? Что за фигня? У меня тратятся, а у тебя что не тратятся? Опа, да, значит, иди сюда. Так у меня даже нет сердечек, я тебе так говорю. Офигеть, да как так вообще? В смысле нет, кубик? Ты что за титан-то такой? Ну-ка, подожди. Я честно говорю, вот у меня сердечек нет, и сразу же идет броня. Офигеть. Посмотрите, какой у меня меч, и он не может убить кубика. Серьезно, я тебе броню всю разломал. Ой, так, нет, это я сам ее снял, подожди, вот я ее снял, а сердечек у меня все равно нету. Да как так-то, купи? Ой, я тебя убил. Офигеть. Я тебя не убил, что ли? Выиграть, да капец, ребята, что происходит? Иди сюда. Как это возможно вообще? Как? На, получай. Воу, я две бомбы случайно сразу выкинул. Ой, ты что, скинулся? Да, я немножечко улетел, потому что... А это значит, я выиграл в PvP, кубик. Ребята, напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, выиграл. Какой лаки-блок оказался лучше. А это был Владус Мармеладус и кубик. Подпишитесь. Пока, тус.